селе Демьянска Увадского района в детском саду появилась настоящая соляная пещера. Это была большая мечта работников учреждения, воплотить которую помогли грантовые средства компании «Газпромнефть Хантас». Детсад с проектом пещеры выиграл почти 260 тысяч рублей. Еще чуть более 40 вложили сами. Создали соляную комнату в небольшом кабинете, 8 квадратных метров. Оборудовала ее специализированная питерская фирма. На стенах и полу пищевая соль, а аппарат Головита делает соляной аэрозоль, который и распыляется в пещере. Большое количество детей, часто болеющих простудными заболеваниями, ОРВИ, грипп, лор-заболеваниями. Это проблемы актуальные для нашего детского сада, поэтому мы искали современные немедикаментозные методы оздоровления и профилактики детей дошкольного возраста в условиях детского сада. Также в здании сделан небольшой косметический ремонт, а в одной из групп капитальной установлены новые двери, постелен теплый пол, полностью преобразились уборные. На очереди укладка брусчатки возле одного из входов в детсад.